Ох уж этот вечный вопрос, чего хотят женщины? Это вопрос? 2000 год, между прочим. Самоуверенный Ловелас начинает слышать мысли женщин. В самом прямом смысле этого слова, между прочим. Мел Гибсон в роб-коме от режиссера «Отпуска по обмену». Режиссер США, скорее, Нэнси Майерс. Эта тетка подарила нам «Отпуск по обмену», да-да-да. «Стажер», «Ловушка для родителей», «Отец невесты». Неплохие, кстати, фильмы. Тетка может, тетка могет. И старый чертяга Мел Гибсон, Хелен Хант, Мариса Томей, Лорен Холли, Марк Ферстен, Алла Бент Мидлер и другие актеры. Ну тут все собрались, бюджет 70 миллионов бакинских, маркетинг на 30 миллионов сбыл, это редкость, сбор в США на 182 миллиона, маркетинг вообще редко когда пишут, сбор в мире на 191 плюс 374, зрителей в Америке было 33 миллиона, пример в России 19 марта 2001 от Пирамида. Ну а примеры в мире 12 декабря 2000-го релиз на DVD был 30 июля 2009-го от CP Digital. О как! Значит, номинация только «Золотой глобус» на лучшую мужскую роль. Да что ж это такое? Кругом одна реклама. Сексапельный ник... Чё? По-любому этот текст на Кинопоиске писала баба. Ну вот тут... Ну, разве пацан такого напишет? Ладно, окей. Сексапельный ник Маршалл находится на пике карьеры. В рекламном агентстве и рассчитывает на повышение. Да он в рекламном агентстве. Но его место занимает Дарси Магуайр. Однажды с ником происходит несчастный случай, после которого он начинает читать женские мысли. С помощью этого дара плейбой хочет вернуть утраченные позиции на работе, но вместо этого находит свою любовь, эту самую Дарси. Фильм, между прочим, могучий, 8 баллов. Хорош фильм, хорош. Сюжет оригинальный, интересный и смотрится уже, собственно говоря, по улыбке этого чертяги Гибсона. Очень даже ничего. Фильм смотрится хорошо. Советуем? Да почему бы и нет? Посмотреть с девахой, и вообще это такая женская тема. Фильм «Чего хотят женщины?» Вот вопрос. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы Grad Review в Яндекс.Зен, два канала, обалдеть. Да еще донат алерт. Будем очень признательны, либо денежки. И неспешной осени. Тихой, плавной осени. Пускай осень будет так, вот так, как этот фильм. Такой же романтик. Такой же ромком. Welcome back.